Ну что ж, а сначала украшение нашей елки. Я вниз, как снег, повешу гирлянду белую. Белую, это будет типа снега. Да, эту гирлянду я совсем мало, так что и снега будет у меня мало. Ну, сойдет. Ну, а с самого начала вешаем на нашу елку вот такую вот гирлянду. Ее сейчас распутывать где-то полчаса. Вот такая вот наша красавица елка, да, очень красивая. Вот. Ну что-то рядом с конем стало. Ну какая разница? О, а это что за пункт? О, прикольный. О. Ух ты, какая штука. О, красота какая. А сейчас подарки в студию. Вот так вот. Больше ничего сказать. Правда, вот тут должен быть бантик. Ну, мы вместо бантика поздравим динозаврика, который нас будет поздравлять с Новым годом. И это сюда еще пишется. Ой, это еще сюда наша улица пишется. И, о, вот показалось. Красота. Елка наша красивая. Чтобы была еще красивее, повешаем на нашу елку бусики. Вот такие вот красивые бусики мы на нее повешаем. Вот. Ёлка так классная, но не хватает какой-то изюминки. О! Ого, ваша изюминка! Поздравляем! 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 С
новым 2017-м! Желаю счастья! Здоровья! Хороших дней! Чтоб были пятерки! И чтоб радовали всех! И чтоб не болели! О-хо-хо! До свидос! Жми ж ты лайк! И подписку мне давай!